Он уже пенсионер был. На следующий день 69 должно было исполниться. Прямо на глазах у жены его убили. У Берика четверо детей осталось. Два пацана и две девочки. Самый младший 4 годика. Миша в тот день на рыбалку собирался. На минутку в магазин заскочил. Снасти купить. Такой парень отзывчивый был. Вот и в тот день за сменщика работать вышел. Получается, жизнь ему спас. Жена с детьми под Алматой жили. Его тоже должны были поближе перевезти. Несколько дней не хватило. Все мечтал дом построить. Теперь у родителей дом-то есть, а вот его. Всегда на свой день рождения старался всех собрать. Вот и в прошлом году собрал. В день рождения его похоронили.